Всем привет, это Техномакс и The Forest Alpha версия 0.59b. Сегодня я хочу показать вам, как я сделал освещение в пещерах, и покажу уже, видимо, во второй части спуск в кратер с подъемом, ну и интересные вещи прочее. Поехали. Но показать я хочу вам вот что. Я полностью осветил некоторые пещеры. Теперь можно увидеть, как они выглядят не в темноте. И это очень круто. Пещеры в игре действительно не маленькие. Они очень большие. Я задолбался все это делать. И естественно, я делал это не в стандартном режиме, а в режиме, который открывается после прохождения. Режим креатив. Тут можно все вот это увидеть сейчас. Даже на то, чтобы просто все это осветить, ушло немерено времени. Я реально затрахался это все делать. Это просто жесть. Ну, тут есть выходы, конечно, еще. Так, если посмотреть по карте, это я нахожусь в пещерах слева. Это левый блок пещер. Тут их всего три. Верхний, левый и правый. Как бы пещер много, но на самом деле пещеры всего три, у них просто много выходов у каждой из них. Так, погнали. Наверняка вы уже не раз видели в фитосах чьих-нибудь, да, вот эти места, то есть эти вот кресла с пассажирами. Вот я даже могу освещение убрать. Тут пилоты и все вот это вот вы уже наверняка видели. Но вы еще не видели, как оно выглядит, когда освещено. Стена с крестами. Тоже наверняка видели. Боже, какое тут эхо. Эти коридорчики все. Оно все непонятно. И вообще вы не будете понимать, как устроена пещера и как она выглядит, и какая у нее конфигурация, до тех пор, пока не увидите вот это. Вот это все освещенное. Вот когда вы увидите, как все это освещено, тогда да, станет гораздо проще ориентироваться, потому что будет уже понятно, что здесь и как выглядит. Спуск еще ниже. Твою мать, да что это за звуки такие? Тут как будто бы... Это я хожу, что ли? Да ну нафиг. А нет, понятно, звуки просто так называются. Хай, нифига себе, летающие коробки. Вот эти штуки, я не знаю, зачем ломать. Это сталактиты или сталагмиты, я уже не помню, как они правильно называются. В общем, вы поняли, да? Но это еще маленькая пещера. На самом деле она очень маленькая. А вот... Блин, фонарь сломал. А вот дальше... Там будут уже пещеры гораздо больше размером. Ну, поехали вниз. В принципе, какая разница? Освещение полное. Аборигенов нет. Вон там. Далеко, далеко можно. Нет, что-то я падать не хочу. Спущусь, пожалуй. То есть, вы понимаете размерчики, да? На самом деле, это все выглядит очень круто, когда оно освещено, потому что видно полный размер пещеры. Так, когда по тьмам блуждаешь тут, ну, как-то думаю, что пещера может быть, ну, очень там высокой, большой, однако они очень высокие и очень большие. Чтобы все это здесь поставить, ну, ушло где-то, наверное, месяц, чтобы все это здесь сделать, ну, во всех пещерах, в которых я это делал. Да, слышны звуки, будто бы кто-то ходит, но на самом деле аборигенов и мутантов здесь нет. Это просто звуки, ничего более. Атмосфера. Одеваем акваланг. И поплывем.
мостки, которые я ставил здесь для освещения. К сожалению, нельзя сделать освещение под водой. Такое же подробное, потому что книга с постройками, к сожалению, открывается. О! Открывается только когда вы стоите на твердой поверхности. Ну, здесь тоже сделал такой себе мостик, чтобы освещение сделать. Потому что здесь все в воде. То, что за звуки, жесть какая. Какой-то предмет заглючил, наверное, или заклинил, я не знаю. Ну, в общем, это что-то вроде секретного такого места, которое нужно просто найти. Здесь нужно вылезти, чтобы подобрать лут всякий. Шоколадки, всякую фигню. Дальше должен быть еще ход. Да, что-то я карту не посмотрел, надо было карту посмотреть. Ну, вот вроде бы да, вход дальше. Кстати, красный флажок, самый нижний, это отметка озерца, который уводит в кратер. Что тоже очень удобно, кстати. Так. Не люблю, когда персонаж дрожит, поэтому я его сейчас быстренько посушу. Посушу его и пойдем дальше. Да давай уже, грейся. Трясется, блин. Снимаем акваланг. Жесть. Так, посушился. Вот ты молодец. Идем. Это вот, собственно, один из механизмов открытия врат, которые здесь два с обоих сторон, вроде бы. А, нет, не с обоих сторон. Есть еще одни врата такие же. И это у нас приводит сюда, где разбросаны Библии, был какой-то подземный лагерь, я не знаю, что это такое было. Очень похоже на то, что здесь прятались люди, которые, возможно, хотели сюда аборигенам, может быть, культуру или веру принести, я не знаю. А аборигены их просто спиточили. Так. Здесь много веревок. А, ну и еще один проход вниз. Я до сих пор не понимаю, что это такое. Можно было бы сказать, что это светящиеся корни или что-то вроде того, но они слишком прямые. Ну, ладно, вопрос останется без ответа. Лишайник, мох, что-то такое. Ай. Куда это я? Акваланг. Да. Темно, как в одном известном месте. С задней стороны. Вообще, я, конечно, не люблю все эти подводные плавалки и всю эту хрень. Особенно такие длинные. А особенно, когда он плавает не чисто вверх, а как-то вперед он плывет. Ага, я выплыл. Опять же, хорошо, что я оставил здесь местами вот эти вот мостики с фонариками. Из воды их хоть видно. Здесь подъем наверх. Акваланг не снял. Хрен с ним. С аквалангом. И опять персонаж замерз. Ну, в принципе, это логично. В пещерах-то, я думаю, вода не просто холодная, она ледяная. В подземных пещерах. Поэтому ничего удивительного, что персонаж задубел. А тут и костерок, который я предусмотрительно оставил в прошлый раз. Когда пытался просохнуть. Так, нафиг мне топор. Отмахивался все равно ни от кого. Никого нет. Здесь опять нырять. Погрелся, нырять дальше. Тут я представляю, как люди проходили
в первые разы все это. Это очень сложно и в темноте, в полной, но это реально. Наверное, тем, кто проходил первый раз, пришлось нехило поплутать здесь. Попервой, особенно, когда еще не знали, какая пещера ведет в кратер. Или не знали вообще здесь, ни карты пещер не было, ничего. Вот, наверное, люди здесь задолбались. А, кстати, вот она и выход в кратер. Пуль-пуль-пуль-пуль. Ага, в кратер. Облом. Ёбаные гуси. Это гусиное озеро. Это второй выход. Кря-кря, блин. Но это еще не все. Так, это выход, да? Здесь можно подняться. Здесь я сделал мостик. Надеюсь, удастся показать, зачем. Если удастся, то хорошенько запомнить этот мостик. Я постараюсь сейчас найти второй ход и покажу, к чему этот мостик здесь стоит вообще. Надеюсь, что я вспомню, к чему он тут. Точнее, к чему он тут стоит, я и так помню. Я надеюсь, что я вспомню про него показать. В принципе. Так, это еще один вход. Ну, полезли. Где-то был ход просто боковой в пещере через текстуры. Неужели здесь не освещал? Да нет, освещал. Все нормально, все освещено. Фул, так сказать, иллюминейшн. Ну, конечно, выше хрен заберешься, задолбаешься забираться. Вон там внизу, глубоко, глубоко. В самой жопе вселенной скрывается пещера очередная. В высоте, бля, отсюда если упасть, ну, даже лопаты не нужно, чтобы сошкребать. Там просто ничего не останется. Такие места интересны, в принципе, если при освещении смотреть. Да залезай ты, бля. Вон там высотень, да? Нормально. Очень глубоко. И, кстати, тут не озеро или случайно с лодочкой? Может быть, нет. Нет, по-моему, это не то место. Тут плутать, не переплутать, блядь. Понаделали пещер же этих. О, алкоголь. Борщ, водка. Ну да, борщ. Какие-то номерки он тут находит. Не знаю, на что это влияет. Я находил не все. Ну, может быть, какую-то ачивку еще добавят потом, я не знаю. Вот место стрёмное, блин, когда первый раз сюда выходишь. Так, дверка. И здесь у нас развилочка есть. А, тут я уже ставил такие штуки, чтобы вешать люстра. Потому что я просто заколебался ставить светильника. А, да, вот она, эта лестница, я вспомнил. Что она действительно здесь. Трындец, пещерка. Вот тут есть ход. Интересненький такой ход. Через текстуры, через все дела. Тут это место в темноте, его хрен найдешь. Это ход за текстуру. А упасть сюда, кстати, отсюда пока будешь ползать, легче легкого отсюда упасть. Чтобы все это поставить, ну вы понимаете, да, что мне пришлось сделать? Мне пришлось такого здесь понагородить. И, кстати, акваланг можно снять, оружие убрать, чтобы не мешало. И вот тут сейчас будет самая жопа. Отсюда видно пещеру, собственно. Воду или что это там такое, что-то как-то и не обратил внимания. Залезаем.
Отсюда, кстати, если чуть-чуть вернуться, здесь оп, и можно сюда пойти. Здесь видно вторую часть пещеры, и, кстати, видно ее с еще одними воротами. Это вот, скорее всего, вторые ворота, про которые я и говорил. Но нам туда пока не надо. И продолжаем забираться. Ох, тут строить пришлось. Ох, тут пришлось строить и перезагружаться много раз, чтобы построить все это маломальски правильно. Картина здесь открывается, ну, очень сюрреалистичная. Вода. Это прям лестница в небеса какая-то получается. Оп, залезть. О, уже темнеет, смотрю. Снаружи. Да, солнце, кажется, на закат пошло. Я вообще нашел это место совершенно случайно, когда просто начал освещать пещеры. Так бы я в жизни бы не нашел, и подумать бы не мог, что здесь настолько огромная дырень есть, в которую можно пройти. И мало того, что здесь это огромная дырень. Сейчас вы увидите, почему в игре оптимизация еще и рядом не стояла. А вот почему, собственно. Потому что в этой игре, пока вы ползаете в пещерах, у вас загружается вот этот весь мир. Хоть и упрощенный, но он загружается. Зачем это было делать? Я понятия не имею. При том, что это за графикой на самом деле. То есть, на самом деле я сейчас хожу не там, откуда я пришел. То есть, вы видите, да, здесь нету части леса. Часть есть. Почему, не знаю. Вот мы идем. Идем, идем, идем. И вот мы пришли в Гусиное озеро. Казалось бы. Попьем. Казалось бы. Да, водичка грязная. Казалось бы, мы пришли к Утиному озеру. Но нет, это лишь его копия. Объясню. Подплываем. А оно не ныряется. Оно не нажимается. И более того, если я сейчас попытаюсь выйти на землю, спрыгнуть, у меня ничего не выйдет. Это вот к чему тот, собственно, мостик, который был там. Пока я строил его здесь, он почему-то склонировался в оригинальном мире. Почему так происходит, я не знаю. И почему этот мир не полный, но объекты клонируются, этого я тоже понять не могу. Это какие-то чудеса программирования, я не знаю. Но вот что будет, если упасть на землю. А ничего не будет, я просто упаду обратно. Сквозь текстурки. Вот так вот, раз. И сквозь текстурки. И как в старом анекдоте. И вышел таки снова на Дерибасовскую. Вот так. Такие тут есть чудесные доромахи. И, кстати, да, вот то самое место, где я поднимался. Лестница. Продолжение пещеры. Тут еще есть вот такой поворот. Вот здесь трупы среди столов висят. Тоже, возможно, многие это место запомнили. Тут есть вот такие углубления тоже. Они не оптимизированы, ничего, но я так думаю, эти углубления сделаны не просто так, потому что в темноте реально приходится лазить чуть ли не по каждому углу, чтобы найти проход. Видно хреново все, даже с факелом и с фонарем. Так, ну идем выше, да? Вот такая себе пещерка. Блять, как меня эти звуки напрягают? Это просто жесть. Тут, блядь, когда освещено, страшно, тут до усрачки. Блядь, когда здесь темно и с факелом идешь. Блядь, нервный тик обеспечен.
Я просто хуею. Извините за выражение. Поплыли. Здесь широченный мост. Я не помню, куда ведет вот этот проход конкретно. Возможно, что он как раз-таки ведет к кратеру. Хотя утверждать не буду, я просто не помню. Это пещера еще с одними подвешенными трупаками. Здесь очень много денег, часы есть, монетки. Для любителей собирать взрывчатку. Такое место хорошее. Так, здесь есть еще некоторые столы. Но это не самая большая пещера, далеко не самая. Так, здесь все освещено. Тут идет на подъем. Как гробница древнего фараона, шарахаюсь. The Forest, расхититель гробниц. А где Лара Крофт, а? Хочу Лару Крофт. Так, это у нас еще одно заколоченное место и еще подъем наверх. А что за заколоченным коридором, я не помню. Честно сказать, тут все несколько похоже, однообразно немного, и поэтому я путаюсь. Ой, ё-моё, куча трупов. А, это, кстати, я знаю, что это за место. Это место, где мы находим видеокамеру. Место жуткое, даже с освещением. Тут все в трупаках. Они разложены уже. По ним прям ходить приходится. Фу, мерзость. Вот где-то здесь лежит камера обычно. Но сейчас тут только куча покойников. Тут тоже поставил такие себе мостики, чтобы нормально люстрами осветить. И тут, кстати, в оригинале ходят... То ли многоножка, то ли многоручка, я их хрен их знает. Я не помню, кто здесь в оригинале ходит. Ну, многоножка, кстати, многоручка, это лошпаковские противники вообще. Я не знаю, как на высоких уровнях сложности, но на обычном это лошпаковские враги. Потому что они не быстро. А вот жиробас, да, он быстрый сволочь. И с ног сбивает. Вообще, после введения костяной брони игра сильно упростилась. Костяная броня позволяет целых две подачи выдержать. В смысле, один кубик костяной брони исчезает только после двух ударов. И это круто. Тут еще вот таких коридоров немерено. Так, а что мешает мне посмотреть на карту? Да, в принципе, ничего. Я иду туда, да? Понятно. Кажется, я иду почти правильно. Тут вот еще спуск есть. Там. Там тоже какая-то задница, блин. Узкие коридорчики. Тут некоторые переходы не заметить, как за нехрен вообще. О, палатка. Еще номерок счастливый. Палатка позволяет сохраниться, поспать. Это актуально в пещере, потому что сохранку каждый раз строить не хватит ресурсов. А это, кстати, улица. Нет, значит, мне обратно. В тот узкий коридор. И из коридора сейчас поворачиваем вот сюда. Спуск еще ниже. Так. А это что за место? Ага. Тут что-то у нас кости. Тут я тоже строил
такую фигню, чтобы просто люстры повесить, а он никуда не ведет вообще. Это просто так сделано. Просто для освещения, чтобы осветить пещеру повыше. Тут еще вот трупы висят, еще эти каменные сталактиты или сталагмиты, я до сих пор их не запомнил. Черепухи. Так, а куда это все идет? Вот это вопрос. Оно вообще куда это ведет? Или оно никуда не ведет? Я не помню, что это за место, для чего оно было сделано. Тут лежало что-то или не лежало, понятия не имею. Но то, что вот это никуда не ведет лестница, это факт. Сам ее ставил. Нет, значит, здесь ничего. Тут что-то лежало, скорее всего, или припасы, или что-то такое. Но прохода дальше здесь нет.